2014 года в герб Республики Казахстан был внесен ряд изменений. На реконструкцию государственного символа из бюджета будет выделено 152 миллиона тенге. Однако конкретных указаний по этому поводу со стороны министерства еще не было. При этом до января 2021 года название страны в госсимволе должно быть изменено на латинскую графику. Важнейшим изменением будет то, что в соответствии с указом о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику в обновленном стандарте на государственном гербе страны будет использоваться надпись «Казахстан». В общем, сам эскиз герба не планируется изменять, только увеличится размер звезды и шанырака. Данный указ вступил в силу с 1 ноября текущего года. Стоит отметить, что новый формат герба будет размещен в акиматах, министерствах, школах и больницах. Многие граждане поддерживают подобные изменения. Так как наше государство переходит на латиницу, все должно быть едино, в том числе и государственные символы. Считаю, что обновление герба – это правильное решение. Я с ним полностью согласен. На сегодняшний день по стране действует 26 предприятий, которые имеют право выпускать государственные символы. Заводы готовы работать над реконструкцией герба по переводу названия страны на латинскую графику. В нашей области подобных предприятий нет, поэтому акимат области планирует заказывать их в Алматы и Караганде. На данное время наш герб – это стандарт 2014 года. В некоторых сельских школах на самодельных стендах с изображением герба написано на латинском. В городе пока никаких изменений по этому поводу нет. Один герб размером в 550 миллиметров стоит 58 тысяч тенге. На одно госучреждение необходимо как минимум два герба. До 1 июня 2019 года все госучреждения и частные предприятия должны будут иметь герб нового образца. Стоит отметить, что подобные изменения были представлены автором герба еще три года назад. Элеонора Бухонова, Шыңгысхан Кенисхан, 77 News.